Всем привет, друзья! Канал Мусалим. В работе у нас BMW 3 серии в 90-м кузове. Автомобиль приехал на шумоизоляцию 4 дверей. Разобрали двери. Видите, в задней двери такой вот кусочек вибры на такую большую поверхность проклеили. На этом ограничились. Также проклеили уже передние двери первым слоем. То есть максимально все заклеили вибропластом и прокатали валиком. Смотрим дальше.